В Чебоксарском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2015 год. Бюджет муниципалитета оценивается более чем в 1 000 000 000 рублей. В совещании участвовал глава Чувашии. Михаил Игнатьев встретился с главой района, председателем собрания депутатов района Андреем Николаевым и главой администрации Георгием Егоровым. Он отметил позитивную динамику в развитии, обсудил главные направления, где есть еще резервы роста. Близость к столичной инфраструктуре сделала привлекательным открытие бизнеса на территории района. На реализацию инвестиционных проектов в 2015 году было вложено почти 4,5 миллиарда рублей, создано дополнительно 440 рабочих мест. Основная доля инвестиций в агропромышленном комплексе. Три крестьянские фермерские хозяйства получили безвозмездную государственную поддержку на общую сумму 3 300 000 рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 123,4%. Валовый сбор зерна по району составил 34 200 тонн, или на 12% больше уровня 2014 года. С учетом достигнутого в этом году планируется ввести в оборот еще 1300 пока неиспользуемых гектаров земли. Это даст возможность увеличить производство сельхозпродукции. Анализ показал, что рост в прошлом году произошел почти по всем важным показателям. В минувшем году введено в эксплуатацию почти 41 тысяча квадратных метров жилья. Построены две автомобильные дороги, в двух поселениях строительство продолжается. Несмотря на рост производства и поступления в бюджет, в районе по-прежнему есть предприятия, которые заключают неофициальные трудовые договоры с работниками. Михаил Игнатьев подчеркнул, что за их обеспечение бесплатной медицинской помощью мы платим из республиканского бюджета. Мы обязаны наводить порядок и защищать интересы государства и законопослушных граждан. С учетом ужесточения законодательной базы, перспективы для работодателей, которые пытаются использовать серые схемы, будет плачевная. Такие встречи с жителями позволяют определить ключевые темы, по которым должны работать муниципалитеты. На совещании главе республики было задано немало вопросов общего и частного характера. Некоторые проблемы в состоянии решить сам муниципалитет. Особо важные будут на контроле правительства, отметил Михаил Игнатьев. Только взаимодействуя можно получить желаемый результат. Нам нужна обратная связь, поэтому мы всегда желаем, стремимся больше встречаться с людьми, общаться с людьми, искренне смотря друг другу в глаза, поговорить. Бюджет района с каждым годом пополняется за счет собственных средств, а доля собственных доходов на душу населения в 2015 году увеличилась. Чебоксарский район сумел подняться по этому показателю на 2-е место. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.